Всем привет, приветики и канал Айки ТВ, с вами Мистер Кейс, и мы играем в игру 12 замков. Итак, что, нажми для начала, что ли? Это такая игра-загадка, ребята, где мы будем с вами кое-что разгадывать. Привет, меня зовут Пластилиновый Чудик. Чудик его зовут, ребята, да-да-да. Ой, что происходит в моем животике? Он что-то хочет мне сказать! У него живот болит! Вот это да! Кажется, мне нужно в туалет! Это была плохая идея! Запереть дверь на все замки! Ха-ха! Вот это история! Вот это история! Итак, мы должны нашему чудику помочь попасть в туалет! Ха-ха! Вот это игра! Так, давайте посмотрим, что здесь за в комнате такое есть! Вау. Да тут много чего же есть. Да вообще очень много. Итак, дверь закрыта. Да никак в туалет не войти. Слушайте, надо разгадывать какие-то загадки. Вот это кодовый замок. А код мы не знаем. К сожалению, мы не знаем код. Какая-то котина. Кушка, что ли? Смотрите, ребята, кушка. Ага, сердцем. Это что такое? Понятно, это реклама, я ее вырежу, обязательно. Так, пульт, надо включить телевизор. Первый ключ я нашел. Так, серый ключик, серый замок. Наверное, так все-таки. Первый замок я открыл. Это хорошо. А их 12! 12 замков, ребята, вы представляете? Это что-то за медведь в шкафу. Новый код 8563. Вот это да. 8563. И еще один кодовый. Нет, там есть и один кодовый замок. Вот это да. Так, а где же их брать? А вот еще какой-то код написан. Это что такое? Это что за ящик? Ой. Тут что надо делать? Ладно, это потом. Это потом давайте. Под подушкой лежал что? Код 9427. Давайте попробуем. Другой кодовый замок, вот этот желтенький. Открыть. 94. 27. Отлично. Ключик давай. Ключика нет. Просто вон. Мы же сами вели. Ключика нет у него, да. Я понял. Это что такое, пирамидка какая-то? Ключик в бутылке? А у нас кружка есть. А это кухонная... Вода работает, ребята, надо же вода. А давайте в кружку наберем воды и вылим в эту бутылку. Надо ключик каким-то макаром так поднять. Надо несколько стаканов так взять и наполнить в эту бутылку. Вот так вот здорово. Еще чуть-чуть. Так. Ну-ка, еще один. Отличненько, у нас желтенький ключик есть. Это хорошо. Так, желтый замок открываем. Открываем желтый замок. Отличненько. Хе-хе. Совсем осталось немножко, о, господи. Что он? Это что такое? Так, это... Вау, в ящике консервный нос? Вот это да! Консервный нос, а в этом ящике, а в этом... О, банки! Банки с консервами, давайте откроем. Ой, ребята, был такой случай смешной, когда был маленький, я захотел поесть варенье, никого дома не было, но только бабушка была, короче, и то она спала, я решил варенье есть. Вот это да! Я одну банку разбил, другая варенье мне не понравилось. Я столько банок пооткрывал, которые бабушка приготовила на зиму нам всей. Ой, это вообще что-то было. Нам фиолетовый ключ выпал. Меня вообще так ругали за это варенье. Так, фиолетовый ключ, фиолетовый замок. Так, открыли. А это что за код-то там был? 8, так, а это синтезатор. И кнопки. Сверху какие-то книжки. Я знаю, что делать, ребята, смотрите. Я знаю, да, это первую нажать надо. Потом пятую клавишу нажать. Потом третью черную клавишу нажать. Потом восьмую белую клавишу нажать. Сейчас посчитаю. Раз, два, три, четыре. Восьмая. Так, понятно. Потом пятую клавишу. И вторая клавиша, соответственно. Отлично, и что? Зеленый ключ нам дали, вот это да. Так, зеленый замочек мы будем открывать. Ага, хорошо, великолепно. Дальше чего у нас?
чего? Пирамидка какая-то на окне. Ой, тут какая-то логическая задачка. Я что-то тут вообще трудно. Так, сюда и чего? А почему дальше она не ставится? А, большую... Ой, маленькую нельзя никак поставить. А, понятненько. А как тогда быть? Так, этот бублик. Куда бы нам переставить? Давайте вот так поставим. То есть, маленькую на большую можно поставить, а большой кружочек на маленький никак нельзя. Вот это да. Тут, наверное, я буду очень-очень долго разбираться, как же это сделать. Так, а может быть в серединку? Этот, соответственно, поставит с правой стороны. А большой куда? А большой куда? На маленький нельзя. А вот так. А, все, я понял, ребят, я понял. Все. Я знаю, как решить. Так. И не так. Я запутался. Что-то... Вот нам надо сюда, с правой стороны, все поставить. Так не получится. Но как же делать-то? Ну кто бы мне помог, ребята? Не забывайте ставить лайки и подписывайтесь на канал Айка ТВ. Я очень вас люблю, смотрите мои ролики и подписывайтесь на мой канал. Самое главное, лайкосики ставьте, лайкосики! Ваш лайк помогает развиваться моему каналу. Давайте, не забудьте поставить лося. Лося поставьте мне, вот такого большого лося. Так, я вообще что-то тут запутал, я просто не знаю, чего делать. А, все! Вот так вот. Я совсем долго тут тупил. И мы получаем красный ключик, ребята. Красный ключик, это здорово. Так, красный замочек. Открываем. Отличненько. А это что за картина? Какие-то апельсины, что ли? Или чего это? Какие-то глазастые апельсины. Так. Я где-то видел тут миксер. Вот на кухне миксер. А давайте попробуем выжать сок. Или это не апельсины? Не, я думаю, что это апельсины. Ребята, напишите в комментариях, что это было. Или какой-то другой фрукт. Вот оранжевый ключик мне дали. Оранжевый замок. Где? А вот он. Так, холодильник. А тут ключ заморожен. В морозилке был. А чтобы замороженный ключ вставить в скважину, нам надо его как-то разморозить. Колбаса нам не поможет. А есть батарея, ребят, батарея. Если на батарее положить этот ключ. Отлично. Так, у нас есть синий ключ, у нас есть синий замок. Давайте мы вдруг так и с помощью него открываем. Вообще осталось немножко, это какой-то бесцветный ключ. И чего с ним делать? А это что такое? Нет, что-то не льется вода. Ребята, вот это пробирки. Это какая-то химическая лаборатория. Так, я знаю, что надо сделать. Есть такая поговорка. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. То есть нам надо по цветам расставить. Каждый это красный, охотник это оранжевый. Так. Ой. Так, синий есть. Ой, я что-то не так сделал, не так. Почему я вместо оранжевого поставил желтый? Давайте менять. Я совсем чего-то туплю сегодня. Я просто... Давайте обратно. Так, желтый, потом синий. Но не синий, а голубой. Зеленый, вернее, господи. Потом голубой, синий и фиолетовый. То есть каждый охотник желает знать первые буквы цвета радуги, короче. Вот так. И чего мы должны сделать? Радужный ключ, наверное, ребята. Это бесцветный ключ. Наверное, надо его положить вот под это. Вот видите, у нас там замочек есть с левой стороны. Давайте покрасим его, или как сказать. Во, покрасился, здорово. У нас есть хороший ключ цвета радуги. Так, осталось два замка, ребята. Совсем чуть-чуть. Розовый замочек. Розовый фламинго. Так, это ножницы? А чего нам надо делать ножницами? Это что за мишка? У него тут чего-то зашито в животе, ребята. У медведя ключ розовый. Вот это да. Отличненько. Розовым ключом открываем розовый замок, соответственно. Ну, вы уже поняли, что тут надо делать. Я просто показываю вам, как я тут... Так. И тут что здесь есть? Нету тут ничего под столом. Это что?
Это пятнашки. Ой, я не люблю играть пятнашки. У меня вообще с соображением очень плохо, ну, с пятнашками. Ну, ладно, давайте попробую я поиграть в пятнашки. Да, кто не хочет, может, наверное, просто перемотать чуть-чуть. Наверное, полминутки, пока я буду тут разбираться с этими пятнашками. Это вообще, ребята, это, конечно, для меня очень сложно. Может, кто-то в пятнашки умеет хорошо играть, но не мистер Кис, это точно. Это не мое пятнашки. Я сам как это, как пятнашка туда-сюда. Так, ну ладно, все-таки я попробую что-нибудь сделать здесь. Так, нет, я пока не буду ускорять видео. Я думаю, все-таки я быстро тут разберусь. Ну, кому лень, конечно, лучше перемотайте. Или просто пойдите за яблоком и покушайте пока это яблоко. Ну, сходите там, возьмите из холодильника, или где у вас там лежит яблочко, я не знаю. Может, конфетку у кого-то там завалялась. Пускай, пока я тут разбираюсь, вы съедите конфетку. А может быть, даже две конфетки. Вообще, а может, целый килограмм, я буду целый час здесь разбираться с этими пятнашками. Я даже не знаю, я... Вот просто сложновато как-то. Непривычно? Ну, нет, ну как это обычные пятнашки? Ну, почему-то я давно в них не играл, и, наверное, многие-то и не знают, что это такая за игра. Я тоже, короче, я его видел, вот это у меня, у моего папы валялись эти пятнашки старые, я думал, что с ними делать, пока он мне не показал. Потом я разобрался, и стало просто все. Так, ну попробую здесь по-быстрому как-нибудь составить эту комбинацию. То есть, нам надо проставить цифры от 1 до 15, соответственно, в каждом ряду 4 цифры, то есть должно быть 1, 2, 3, 4, вот как сейчас я собрал, да? Потом надо 5, 6, 7. Следующий ряд, вот давайте, так, 5, 6, 7 и 8. Вот смотрите, у нас потихонечку выстраивается наша комбинация. Так, и надо, соответственно, их так мешать, чтобы другим, можно, они составили ряд. И чем дальше, тем сложнее. Вот смотрите, ну, мне так кажется, сложнее. То есть следующий у нас 9, 10 пойдет. И, соответственно, 11-12. А уж последний ряд будет у нас... сколько, что там будет у нас последний ряд? 14, да? 15. Так. А как нам девятку-то поставить? Так, 10, 11, 9. Надо как-то девятку перенести, я даже не знаю. 12, ну-ка пропусти-ка. Вот так. Так, давайте девяточку поставим сразу на свое место. Так. А вот я уже вижу как. Или не вижу. Так, 10. Чего-то я, по-моему, не так сделал. Не. Все, так, 10, 11, 12. Вот, 12 ставит, 13. А потом 14. А потом я запутался. Ха-ха. Вот это да. Так. 13. 14, 15. Так, назад. Вот так вот. Ой, и чего, все что ли? Ну-ка, давайте 14, 15. Ай, 13 надо поставить было, ребята. О, осталось совсем чуть-чуть. Последний ряд растает. Но я сейчас тут подумаю, как бы нам лучше это сделать, чтобы не перепутать верхний ряд, который с девятки-то начинается. Так. По-моему, так. Это уже лучше. Это уже совсем хорошо. И чего? Так, секундочку. Вот так. Во! Все. Я выстроил. Все правильно, да, отлично. И чего нам дали? Чего нам дали-то? А, это какая-то рука? Кому-то рука оторвала, вот это да. Что мы тут еще не открыли? Как открывается последний замок? Дайте нам, пожалуйста, от последнего замка ключ. Где он находится? И на чудик описывается. Ну где? Так, что тут? Ну я тут уже, по-моему, был или нет? Где тут? Где последний ключ? Не пойму. А, вот это тут что надо? Это цвета надо... Ой, это нажимаешь, потом они переворачиваются. Это какая-то головоломка. Я такое еще не играл никогда в жизни, ребята. Так, тут нажимаешь, потом они исчезают. Как же сделать так? Я вообще не понимаю. Ну, давайте пробовать как-то перебирать.
Может быть, все-таки у меня как-то получится методом тыка, я не знаю. Я тыкаю, тыкаю, тут нажимаюсь, там закрывается, тут закрывается, там открывается. Ну вообще, вот это головоломка. Кто такие головоломки придумывает, ну я не знаю. Тут какая-то сообразительность, а у меня ее нет сообразительности. Я в школах не учился. Да, и чего? Так вот, так. Ну я не знаю, ну как ты ее решить, эту загадку? Последний ключик остался, и я никак не могу вот эту загадку. Она вроде бы простая, да, ничего тут сложного. Но надо все заполнить зеленым светом, представляете, все. То есть нажать надо так, чтобы они вместе собрались, и зеленые квадратики вместе. Вот так, вот такие вот пятнашки, если можно сказать так. А может быть это не пятнашки, я не знаю, как это все называется. А кто знает, как это называется головоломка, напишите, пожалуйста, под видео в комментариях. И лайкосики ставьте. Поставьте мне лося большого. А, все получилось. И нам попадается последний желтенький ключик от серого замка. И что будет, давайте посмотрим, что будет. Так, замок открывается. А, рука нужна, чтобы снять вот эту заслонку такую. Туалет! Ну, конечно же, туалет, он хочет в туалет. Вот мы открыли заветную дверь. Ура! За дверью еще долго раздавались странные звуки. Фу, пахнет плохо. Спасибо за то, что ты играл. Это заняло у тебя примерно 16 минут. 16 минут, ребята, 16. Все было в прямом эфире. Так, хочет продолжить, поставить 5 звезд. Это все понятно. Спасибо за отзыв. Новые приключения ждут тебя, скачать продолжение. Продолжение обязательно будет, ребята, в следующем видео обязательно. Пластилиновая комната, всем пока, до скорых встреч. Не забывайте ставить лайки.